Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 22 июня. И сегодня обязательно скажите несколько важных магических слов, которые помогут вам закрепить тот уровень вашей жизни и привнести еще больше. Это касается вашей работы, это касается ваших денег, изобилия и достатка. Что это за важные слова и почему нужно их произносить именно сегодня, 22 июня, далее поговорим в этом видео. А прямо сейчас, друзья, подпишитесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Итак, друзья, сегодня, 22 июня, обязательно скажите несколько важных слов. Почему именно 22 июня? Напоминаем всем, что 21 июня был день летнего солнцестояния. Это когда был самый длинный день и была самая короткая ночь. Кроме того, сейчас Солнце находится в самом сильном своем энергетическом состоянии, когда максимально отдает нам на Землю энергию изобилия, энергию достатка, энергию божественной любви. И каждый из нас может использовать этот божественный поток для того, чтобы изменить свою жизнь, привнести в нее новые краски жизни. Если у вас сегодня плохое настроение, у вас что-то не получается, подумайте о том, что как слова могут влиять на вашу жизнь. Поэтому именно сегодня, 22 июня, каждый из нас может попытаться сделать то, что он раньше не делал, сказать определенные слова. Кроме того, обращаю ваше внимание, что буквально через один день у нас будет новолуние. И будет полнолуние. И, соответственно, нам последние дни, и Луна отдает максимально энергию. Соответственно, каждый из нас может, если правильно будет воспринимать тот поток информации, то тот поток энергии именно в положительном русле, он также и сможет правильно провести следующий лунный месяц. Помним о том, что наши слова вот в эти последние 21, 22 и еще даже 23 будут двигаться согласно ритма жизненных потоков, нашего развития, нашего улучшения жизни, нашего саморазвития. И, конечно же, мы будем чувствовать прилив сил. И главное, вот эти 22 числа и даже 23, но 22 июня это пик солнечной энергии будет. Главное не создать этим потоком противодействия. Главное не загнать в себя вот в негатив. Поэтому обязательно сегодня, 22 июня, следите за своими словами. Для того, чтобы не перекрыть канал положительных энергий. Следите за своими мыслями, потому что мысли наши и слова имеют очень важное значение по отношению ко всему окружающему пространству. Это касается нашей работы, касается наших личных отношений. Поэтому, если вы хотите ругаться, выяснять отношения, перенесите это на другой день. Потому что, если вы поставите себя в неправильное русло, в неправильный поток энергии, то, соответственно, последующие вот 3 месяца, именно 3 месяца, вы вот в этом хаосе и проведете. А нам нужно наоборот, чтобы солнечная энергия влияла только на позитивные изменения в нашей жизни. Поэтому мы сегодня, именно 22 июня, мы предлагаем сказать одну важную фразу и сказать очень важную фразу, магическую фразу, которая может перепрограммировать вас совместно с потоками, которые идут от Солнца. И эти слова подхватывают течение нашего с вами настроения, мыслей, намерений, и таким образом включается энергия и изобилие. То есть мы благодаря этим словам можем притянуть позитивные или негативные события. Поэтому, пожалуйста, вы должны осознанно воспринимать и понимать то, что происходит именно 22 июня.
Как мы говорили, именно 22 июня нужно говорить определенную фразу, которая поможет вам изменить вашу жизнь. Мы уже объяснили, почему именно это 22 июня, а теперь сама фраза. Мое бытие – изобилие, блаженство и любовь. Путь мой – успех, воля моя – воля Божия. Каждый день я с легкостью развиваю и увеличиваю приток богатства в мою жизнь. Эти слова желательно не просто вот сейчас вы прослушали видео и повторили и забыли. Постарайтесь сегодня на протяжении всего дня говорить эти слова. Особенно, если у вас получится сегодня выйти на солнышко или во время обеденного перерыва, в тот момент, когда именно будет солнышко, то есть до заката, вы можете выйти и вот эту фразу, состоящую буквально из двух предложений, говорить, проговаривать, улыбаться себе, представлять, как вы находитесь в энергетическом потоке Вселенной, как события развиваются только в вашу прекрасную сторону. Если у вас есть на данный момент какие-то проблемы, связанные с отношениями, с работой, с деньгами, то перепрограммируйте себя, произнесли эту фразу и перепрограммировали, что, допустим, касательно денег. Опять произнесли фразу, перепрограммировали себя касательно отношений и так далее, в том числе и вашего здоровья. Помните, ваши слова имеют важное значение и сакральное значение. Мы в своем видео на нашем канале неоднократно об этом говорили. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание. А мы всем желаем прекрасного и божественного дня. Находитесь в потоке изобилия, в потоке успеха, и пусть высшие силы вам всегда помогают.